Меня, как гражданина нашей страны, не просто заинтересовал тот факт, что в финале Олимпиады кыргызстанцы. Сегодня центральная площадь столицы была заполнена. Я был просто счастлив и горд. К сожалению, до этого я не была экспертом в борьбе, тем более в женской. Хотя есть ли различия в правилах? Думаю, что вряд ли. Борьба есть борьба. Мы сами пишем свою историю. Я так рада. Вот именно за это, что мы сами пишем свою историю, за это бороться надо всегда. Жизнь в Кыргызстане – борьба, которая не оставляет никого равнодушным. В стране за 30 лет независимости 3 раза менялась власть. Пойми, ты не скрываешь своих эмоций. Борьба повсюду. За место под солнцем. За свое здоровье. За путевку на Олимпиаду. За медаль. За золото. Спорт объединяет и привлекает внимание. Олимпийские игры. Токио 2020. Это уже история. Хорошие примеры для будущих чемпионов. С такими спортсменами, тренерами, с нашей поддержкой, я уверен, гимн страны чемпиона Олимпиады услышат все. Я просмотрел все схватки на YouTube. И знаете, что я обнаружил? На официальном канале Олимпийских игр в YouTube, где подписчиков более 8 миллионов, схватка за бронзу. Олимпиада Рио 2016. В названии видео не указано Айсулу. Представляете? Также некорректно указаны фамилии других спортсменов Кыргызстана. Необходимо сделать так, чтобы весь мир знал, и правильно указывал имена и фамилии наших спортсменов. Correct, respect. Айсулу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Мерим Джуманазарова. Хотя, кому я что доказываю? Все и так знают. Вот так вот пишется история. Жизнь в Кыргызстане – борьба. История продолжается.